появился. Да, точно, очень громко похлопать и потом. Ой, слышишь. Здравствуйте, детки. Ой, как вас много здесь. Ой, какие вы все красивые. А кто из вас любит шарики? Я! Все любят шарики, все прям, да? Да. Да? А кто больше всех любит? Я! Ой, точно все любят. И давайте с вами познакомимся. Меня зовут мистер Твистер. А знаете почему? Потому что очень сильно любите шарики. Итак, сейчас мы с вами начнем делать настоящее волшебство. Итак, вот что у нас? Вот такой две шарики. Что у нас получится, если две шарики? Знаете? Нет. Нет. Это, наверное, у нас получится скакалочка, да? Это скакалочка, это не прыгай вот так. Туда-сюда, прыгай. Ой, надо явно прыгать. Сейчас я с ним сделаю. А что с ним сделать, знаете? Да не знаю. Я знаю. Сейчас катапальки можно сделать. Вот такую рыбку, которая плавает. Рыбка. Так, рыбка. Ой, это может не рыбка. Это, знаете, что? Это. Ну подскажи, что это? Это? Как вы думаете, ребят? Нет. Что можно сделать еще? Щука. Мне кажется. Щуку. Щуку? Нет. А это рыба! Это можно сделать бабочку! Бабочка летает!